Участие в официальном открытии сезона в Брянске приняли более 350 пловцов. Помимо представителей ведущих спортивных школ города, в борьбу за награды вступили и команды учебных заведений областного центра, а также спортсмены из Сельцо и Клинцов. В полном составе вышла на старт и сборная региона. Лучшие пловцы области только вернулись с первенства ЦФО, которое проходило в Рязани. Сегодня у нас принимает участие сборная команда Брянской области, которая только что приехала с чемпионата ЦФО России, где, кстати, очень неплохо выступила. А у нас Козлова Галина выполнила кандидат в мастера спорта разряд, и Матюх Екатерина первый взрослый. А также Костюк Виктория, она заняла третье место на чемпионате Центрального федерального округа. Впереди у брянских пловцов напряженный сезон. В этом году руководители Федерации плавания Брянской области рассчитывают на серьезные результаты не только на кружном уровне, но и на чемпионате страны. И открытое первенство города подтвердило обоснованность медальных претензий брянских тренеров. Лидеры сборной Анастасия Михалева, Виктория Манушевич, Иван Козлов и Николай Алексашин находятся в прекрасной форме и без труда выиграли городские соревнования. В общекомандном же зачете победу отпраздновали воспитанники спортивной школы «Дельфин». Дмитрий Кузнецов, Александр Друсинов. События. Брянск.